19 тысяч гривен. 19? Да. Ну, скажем, у специалистов высокого уровня это 25-35. Экспорт 20 стран мира, включая, ну, скажем, постсоветское пространство, ну и далее зарубежье. А много ли вам таких предприятий удалось посещать и видеть? Ну вот чтобы с такой культурой производства? Знаете, да, но, к сожалению, их мало в Украине. В Украине их единицы. Я могу сказать, что я видел отдельные цеха на отдельных предприятиях. Но чтобы такой комплекс полностью закрытый, и который от порога и до выдачи продукции обеспечен на одном уровне, высокопрофессиональном и высокотехнологичном, не только с точки зрения обеспечения производственных возможностей, но и культуры труда. Признаюсь, я в Украине, за границей,